Нет вопросов, да? Я иду в YouTube и зачитываю. Итак, сколько личностей в нас живет, Светочка? Как ты думаешь, сколько в нас живет личностей? Ну, мы есть мы. У нас нет личностей, субличностей, подличностей, надличностей. Если мы будем заморачиваться про это, то мы, наверное, всю свою жизнь просто убьем на то, чтобы вообще пересчитать, сколько нас всего, пересчитать, посадить их на место, накормить, уложить спать и все остальное. Мы есть единое, не надо делить нас на что-то, на какие-то личности. Мы как раз про то, что про тотальную честность, чтобы скинуть эти маски, убрать роли и быть самим собой, единым самим собой.